Здравствуйте все, кто сегодня со мной на канале Америка, I love you. Мы идем в бассейн. Вот так начался наш день. Посмотрим. Жарко у нас, надо искупаться. Ну, если он захотел, кушать. Так, давайте я вас помажу. Подходите, я буду вас мазать. Давайте. Хорошо пахнет. Ножки мазать тебе? Нет? Одевай шапочку свою и иди. Арбуз, когда покушал, там есть мусорник, да? Все, ты можешь идти. Алекс, ты можешь идти. Можете плавать. Алекс, ты еще не разучился. Дай платить. Папа, хай, 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 хай. А вон там наш дом, очень близко. Очень близко. Давай. Как ты можешь далеко проплыть под водой? Сейчас. Ну, молодец, очень далеко. Алекс тоже может далеко проплыть, да, под водой? А ты что делаешь? А ты арбуз кушаешь? Yes, I'm ready. Вон как он плывет под водой красиво, очень красиво. Очень красиво. Только выбрасывай мусорник, пожалуйста, да?
Вот здорово, ныряльщики. Вот ныряльщики, а? Соревнуемся, кто придет первым вот туда. Ready, set, go! But now was very good flip. Flip was very good flip. Так, а что еще сегодня? Нам сегодня еще надо прочитать книжку. Вот вчера Алекс, он выбрал вот эту книжку. «Ловись, рыбка» называется, да? И вот мы сегодня решили, что нам надо ее прочитать. Вот такая книжечка. У нас есть много русских книжек. Ну, они особо-то, конечно, не хотят читать русские книжки. Но вот эту мы прочитаем. Называется «Лисичка, сестричка и волк». Вот это, да? Смотрите, я вам покажу вашу сторону. Вот так, видишь? Давай. Жили-были себе дед и баба. Дед и говорит бабе: «Пеки пироги, а я запрягу сани и поеду за рыбой». Наловил дед рыбы. Смотрите, везет много-много здесь на санях. И видит, на дороге лисичка лежит. Дед подошел к ней, а она лежит, ни даже не двигается. Вот какой будет воротник. Воротник, знаешь, на бабушке моей. Ну да, вот не скарф, а воротник. Он такой, знаешь, когда носят зимнее пальто, то у них такой вот такой зимний воротник, да? И взял и положил эту лисичку прям, где рыбка лежит.
А лисичка-то хитрая. Улучила время и стала рыбку по рыбке выбрасывать. А потом и сама выскочила. А дед приезжает домой и говорит: «Ну, бабушка, какой я тебе воротник на шубу привез. Посмотри, лежит на вазу и рыба там». Подошла бабушка к телеге и говорит: «Что ты меня обманываешь? Ах, какой ты обманщик!» Тут дед сразу смекнул и подумал: «Ах, какая это лиса! Она не была мертвой! Она живая, она всю рыбку мою забрала!» А лисичка собрала всю разбросанную рыбку в кучку, собрала, сидит и кушает. А к ней подходит волк и говорит: «Ой, дай-ка мне тоже рыбки!» Она говорит: «Здравствуй, братец! А вот иди сам налови, как я, и тогда кушай. Ступай на речку, опусти свой хвост в прорубь, в дырку, да? И сиди, приговаривай: ловись, рыбка большая и маленькая, ловись, рыбка большая и маленькая. Да сиди подольше, рыба сама на хвост к тебе и прицепится». Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь и стал приговаривать так, как лисичка ему сказала. А вслед за ним и лиса пришла, ходит вокруг волка и говорит все время: «Ясни, ясни на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост. А что ты там, лисичка, говоришь? А это я тебе помогаю». Долго-долго сидел волк у проруби целую ночь, а его хвоста так и приморозило. Попробовал было подняться, но не тут-то было. Ой, думает, сколько рыба-то навалила. Смотрит, а бабы идут за водой. Увидели они волка и как закричат: «Волк, волк!» Прибежали и стали колотить его, чем попало. Волк прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки. И думает: «Ну, лиса, я тебе тоже так отплачу». А тем временем лиса-то, пока волка били, она решила поживиться, забралась в избу, где бабы пекли пироги, и попала головой в катку с тестом, вымазалась и бежит, а волк ей навстречу. «Так вот как ты меня учишь, меня всего исколотили». «Ой, братец волк, — говорит лисица, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня, посмотри, мозги, мне больней, я еле-еле плетусь». «И то правда, — говорит волк, — садись на меня, я тебя довезу». Вот едет лисичка на спине у волка и приговаривает: «Битый небитого везет, битый небитого везет». Ну, потому что, смотри, она-то, лиса, небитая. «Битый небитого везет». Потому что волка побили, а он лису везет, которую никто не бил. А тогда волк спрашивает: «А что ты там говоришь?» «А я говорю, что битый битого везет. Битый битого везет». Вот и все. Что надо говорить в конце, как я говорю? Вот и сказки конец. А кто слушал, тот молодец. Вот и сказки конец. Сказка. Вот это, что я читала, это сказка. 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 Вот и сказки конец. Вот и сказка конец. 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 Вот и сказки конец. And if you like the video, then drop a like. Drop a big butt like. А, ты хочешь показать? Вот такой интересный, да? А на сейчас короткий, маленький анекдот. А вы хотите в жизни перемен? Тогда идите работать в школу. Там перемены каждые 45 минут, и работа у них самое лучшее. Учителя об этом каждый день на доске пишут. Классная работа. А на сейчас
Я хочу сказать вам пока и до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и будьте любимы. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео.